Наши предки знали секреты, как охранять свои города, дома и просто места проживания от злых и темных сил. Сейчас мы с вами посетим мастерскую херсонского скульптора Олега Степанского, который изготовил скульптуры львов. Узнаем, есть ли у скульптур магическое значение. Я вас приветствую. Здравия. Ну, расскажите нам о нашей прекрасной Таврии. То Таврия является испокон веку святая земля для славян. Это более 7 тысяч лет она имеет название Таврия, земля быка. Львы, которые имеют многотысячелетнюю историю, по сути. То есть получается как? В древние времена, когда боги спустились на землю, вот, и дочь Бог родился на острове Белогруды, нынешний возле Голой пристани, Морок стал преследовать Ладу, Сварога, и дочь Бога стал гоняться за ними по всей земле. Дочь Бог, когда вырос, создал существ, которые должны были защищать силы света от Морока. Они были тоже солнечными зверьми, вот, жестокими, смелыми, храбрыми, которые выступали на стороне добра. Это были львы, созданные здесь. И вот эти два льва характерны, что они будут устанавливаться в Голой пристани, прямо как бы охраняя вход на Белогрудов остров, охраняя вход на набережную Голой пристани. Это фактически львы, возвращающиеся на свою историческую родину. А эти львы, известна история по всему миру, что эти львы размещаются везде. Если помните, то и в Риме, и в Греции, и в Германии, и в Америке, и везде львов ставят на входе в силы света. То есть те силы, которые охраняют наш мир от тьмы, охраняют наш мир от зла. А это пошла история вся отсюда. Именно здесь родились львы на нашей земле, именно здесь они стали как силы света, охранники света от тьмы, от морока, от сил зла. И до сих пор, если вы посмотрите, то те структуры, которые являются силами света, они не боятся установить львов на своих входах, потому что это животные, никому не служащие, никому не подчиняющиеся. Это животные, имеющие свое понятие о чести, о достоинстве. Это животное никогда никаким рабом не было, ничьим. Оно является вольным охранником сил света. И если вы обратите внимание тоже, то на сооружениях, которые подчинены силам тьмы, львов не ставят. То есть до сих пор, до сегодняшнего дня, те, кто представляют из себя силы тьмы, они не в состоянии поставить львов на своих сооружениях. Вот, поэтому очень легко, пройдя по городам, пройдя по историческим местам, посмотреть, где расположились силы света, где расположились силы тьмы, потому стоят ли там львы.